Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Остается киевский спортивный магазин «Беловила», который располагается на Харьковском шоссе. Ваше внимание сегодня на обозрение я хочу предоставить. Подростковый велосипед от такого марки «Команч». Модель называется Pony Com L U. В аббревиатуре название этого велосипеда следующее. Pony – это велосипеды подростковые с размером колеса 24 дюйма. Комп имеется в виду велосипеды алюминиевые с амортизационной вилкой. Это комп. L – это аббревиатура означает женский, L – lady. Изогнутая верхняя труба больше, чем у мальчиковых велосипедов. И в конце Pony Comp L New. Аббревиатура New означает, что велосипед обновленный. Данная модель выпускается уже более 10 лет, продается с успехом на рынке Украины, но в последнее время торговая марка Команч улучшает свои велосипеды всей линейки, всех комплектаций. И данная модель подросткового велосипеда Pony изменила свое улучшение, изменила свой внешний показатель в лучшую сторону за счет того, что стали делать покрышки более комфортными. Если раньше была покрышка с ярко выраженным таким грубым протектором, что, естественно, было некомфортно кататься по асфальту, то данный велосипед уже универсальный. На этом велосипеде легко кататься и по городу, и по бездорожью. Городской режим комфортный, обеспечивает покрышка, она широкая. И мелкие шипы не шумят на асфальте. Поэтому кататься девочкам будет удобно по двору, по парку, где угодно. Велосипед сам относится к классу горных велосипедов МТБ. Но комфорт езды по асфальту, по городу обеспечен за счет покрышки, которая широкая, с мелким протектором, амортизация вилки. Это все делает для того, чтобы можно было кататься девочкам везде с удовольствием. Рама легкая, алюминиевая, размер колес 24 дюйма. Следующие основные показатели. Это велосипед на механической тормозной системе V-Breaker. Вот у нас тормоз об одной, он тормозит об оба колеса. Обод здесь идет двойной, алюминиевый, усиленный. Колесо само крепится при помощи легкосъемных эксцентриков. Можно отодвинуть эксцентрик, не применяя к этому никаких дополнительных ключей. Снимаются V-брейки, то есть надо соединить тормозную систему V-брейков. И колесо потом легко можно будет снимать для транспортировки. Это все делается на ходу. Вот мы рассоединили тормозные колодки, отсоединяем эксцентрик и легко снимаем колесо. При транспортировке в автомобиле легко, даже самые маленькие машины могут спокойно транспортировать этот велосипед. Руль идет легкий, алюминиевый. Вот этот вот руль сам по себе имеет легкую структуру за счет того, что он алюминиевый. Вынос руля тоже алюминиевый. Это все говорит о том, что легкий велосипед на все случаи жизни для девочек. Руль можно поднимать по высоте. Открутив вот здесь гайку, вы можете выше поставить руль. Девочка будет расти, со временем можно поднимать сидушку, руль. Это комфорт для езды. Изменяется геометрия рамы, улучшается комфорт езды. С возрастом кататься можно в возрасте 12 лет. Изначально, конечно, на этом велосипеде могут кататься девочки с ростом 1,25 м. Это возраст 5-6 лет, ну, в зависимости от роста. И до 10-12 лет на этом велосипеде четко можно будет откататься. Поднимать седло, поднимать руль, и будет удобно. Шатуны идут стандартные, с пластиковым щитком. Очень многие любят кататься, чтобы была защита большой звезды. Сарафаны, там, брюки, никакие проблемы не будет. Все защищено, грязь меньше будет лететь. Передний переключатель турне, задний переключатель турне. Переключатель от торговой марки Shimano, стандарт качества. Стоит сзади трещотка на 6 скоростей. Спереди 3, сзади 6, того система здесь 3 на 6. Камера идет с автомобильным ниппелем, легко накачивать любого насоса автомобильного. У велосипеда есть специальное отверстие. Раз, два, три, четыре. На велосипед можно установить багажник. И горный велосипед детский можно превратить в туристический.
Единственное, что этого велосипеда не хватает, как все говорят, крылья и подножки. Это все без проблем докупается. В нашем магазине Веловила продаются аксессуары, без проблем можно купить. Если брать во внимание, какая подножка, вот подножка, которой центральный болт, она крепится за вот эту вот часть центральную, которая установлена сразу на велосипеде. Это стандарт хорошего детского велосипеда. Центральная подножка сюда подходит вот такая. Недорогая и при этом она надежная. Ну а крылья стандарты, без проблем, все нормально. Есть специальные отверстия. Раз, два, три. И при помощи этих отверстий можно установить на самом деле легкие крылья пластиковые. И вы будете кататься всегда, везде, без всяких проблем. Кстати, стоит еще отметить то, что у велосипеда есть специальные втулки с дополнительными сальниками. Вот здесь, как вы видите, резиновые вот эти вот пыльнички, которые способствуют защите самого узла в переднем и заднем колесе. Есть втулки с пыльничками, здесь пыльничек и здесь пыльничек. Эти пыльники способствуют чистоте вашего колеса. Долговечность службы обеспечивает надежный элемент на колесах. Это все в целом делает комфортным велосипед, долговечным в эксплуатации. Ну, еще хотелось бы отметить, что легкосъемным эксцентриком можно регулировать седло по высоте, педали пластиковые и вес. Часто иногда спрашивают, сколько весит велосипед. Ну, вообще надо определять велосипед не то, сколько он весит, а как легко он едет. Но все равно вес стоит сообщить какой. Велосипед Pony.com L-New весит 12900. Это нормальный вес для подросткового велосипеда. Заинтересовал велосипед? Приходите в наш киевский спортивный магазин Велорива на Харьковском шоссе. Понравился видеообзор? Оставляйте отзывы на нашем YouTube-канале. Постоянным клиентам скидки. До скорых встреч!